Ну а мы продолжаем подводить итоги совместного проекта телеканала СТВ, БРСМ и пионерской организации, которая называется «Письма победителю». Множество белорусов откликнулись на предложение написать такое особое письмо-треугольник, тем самым поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны и всех тех, кто ценою жизни приближал к нам великую победу. Таких писем пришло около 10 тысяч. Мы отобрали 70 лучших и будем зачитывать их в нашем эфире. Вот одно из таких писем. Автор конкретного письма – 11-летний житель агрогородка Сухополь Пружанского района Брестской области Антон Дулько. «Я родился под мирным небом нашей любимой Беларуси. Никогда не слышал воя бомб и снарядов. Великая Отечественная война для меня – это история. У нас в деревне есть памятник советским воинам и партизанам. Они погибли в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками. Я подхожу к нему и низко склоняю голову. Вечным сном спит здесь 21 человек. Здравствуйте, неизвестные мне солдаты. Я закрываю глаза и представляю вас. Что же помогло вам пройти через ужасы войны? Передо мной встают ваши образы. Обычные люди нашей земли с автоматом на груди. Сильные духом, непобедимые, выносливые, любящие своих родных и родину. Открываю глаза, светит ласковое солнце в голубом небе, поют птицы. Все вокруг нас радуется миру. А ведь это ваша заслуга. Спасибо вам, неизвестные для меня солдаты, за то, что, терпя усталость, голод и даже смерть, вы поднимались в бой за родную землю. Спасибо за то, что, теряя родных и друзей, вы продолжали идти к великой победе, приближая ее шаг за шагом, день за днем, чтобы сегодня мы жили мирно и счастливо». Спасибо и от нас, неизвестные солдаты. Спасибо за то, что над нами мирное небо, за то, что птицы мира летают над нашими головами.